Сегодня глава региона Алексей Русских работает в Москве. Аппаратное совещание губернатор провел в режиме видеоконференц-связи. Заседание начали с обсуждения хороших новостей. В регионе продолжила работу санитарная авиация. Вертолет оборудован всем необходимым. Транспортировочными медизделиями, обновленным аппаратом искусственной вентиляции легких. Благодаря санавиации оказание скорой, в том числе специализированной медпомощи, станет еще оперативнее. Обстановка с пожарами в Ульяновской области остается напряженной. 32 лесных пожара предотвратили благодаря работе МЧС. В праздничные дни службы вели круглосуточный мониторинг лесов и парковых зон на предмет разжигания костров. С 15 апреля по 10 мая на всей территории Ульяновской области действует особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов, разведение костров и так далее. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Государственного лесного фонда было ликвидировано 26 лесных пожаров на общей площади 103 гектара. В ликвидации пожаров участвовало более 500 человек и более 100 единиц техники. На территории области успешно реализуют национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Его задача – снизить смертность в результате ДТП и увеличить протяженность качественных автодорог в регионе. В 2023 году отремонтируют почти 122 километра автодорог. Для сравнения, в прошлом году было отремонтировано в рамках национального проекта около 109 километров дорог. Кроме автомобильных дорог, запланировано капитально отремонтировать 10 мостов протяженностью 317 погонных метров. Обсудили работу по заключению социальных контрактов. Необходимо заключить 4232 контракта. По итогам первого квартала заключили 475 социальных контрактов, что составляет чуть более 11% от плановых показателей. При этом социальные контракты – один из основных инструментов в борьбе с бедностью. Отметить, что показатели по муниципальным образованиям были изначально установлены, исходя из количества малообеспеченных проживающих граждан на территории каждого муниципального образования, и они были закреплены соглашениями. Важно отметить, что неисполнение обязательств по освоению денежных средств в полном объеме приведет к сокращению финансирования данной программы в Ульяновской области. Губернатор Алексей Русских поручил соцблоку активизировать работу по заключению социальных контрактов. На совещании также обсудили крупную коммунальную аварию. 1 мая у торгового центра «Аквамолл» вышел из строя пожарный гидрант. Неполадки и последствия устранили к вечеру. Из хороших новостей – ранний старт посевной кампании. Благодаря теплой погоде половина всех полей региона уже засеяна. 1,5 миллиарда рублей уже довели до сельхозпроизводителей, поэтому они успели качественно подготовиться к сезону. В Ульяновской области началось празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. 25 тысяч георгиевских ленточек уже раздали в Ульяновске. Идут акции «Письма Победы» и «Флаги Победы». Главные мероприятия – парад, концерт и салют – пройдут 9 мая на площади 30-летия Победы. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.